друзья, всем привет! Сегодня у меня для вас обзор такого замечательного красивого инструмента от SD Custom Guitars. А вначале вы услышали соло, я его сочинил специально для обзора этого инструмента и также для своего канала на Boosty. То есть есть такой сайт Boosty, где люди выкладывают контент. Я вот недавно тоже завел там свою страницу, буду вести там блог. И вот это соло, там можете, если подпишетесь, вам будут доступны табы, ноты, минус. И вообще, как бы, 2-3 раза в неделю я там вкладываю разный контент, и также и учебный, и в том числе какие-то мини-обзоры гитары, оборудования. И там есть еще телеграм-канал закрытый, в котором можете задать мне вопросы, можем обсуждать текущие видео, обзоры, там уроки или еще что-то. Так что достаточно интересно, уже вот неделю назад я завел, уже достаточно, я считаю, большое количество подписчиков за неделю подписалось, так что приглашаю вас на свой канал на Boosty. Ну а теперь ближе к этому инструменту. То есть это ученик мой заказал у SD Custom Guitars себе вот такой замечательный инструмент. Но явно, что это по мотивам фирмы Paul Reed Smith, да, потому что узнается форма. И вот, ну, первое, что бросается в глаза, это красивый глубокий цвет, фиолетовый, да. Вот цвет, конечно, классный вышел. И вот отличие от Paul Reed Smith, что, да, то есть вы можете выбрать любую, можно сказать, инкрустацию. Вот ученик выбрал, заказчик выбрал такой вот клевер, да, это, наверное, называется. Какой-то вот именной логотип еще. В общем, инструмент сделан, видимо, по мотивам PRS Custom 22. Достаточно тонкий корпус. То есть вместе вот я мерил так вот 32 мм. Ну, то, что, допустим, у других моделей PRS, там McCarty или Single Cut, корпус потолще, ближе к лесполям. Здесь он достаточно тонкий. И сверху кулиновый топ. Там видите вот рисунок, не знаю, видно вам. То есть сзади матовая отделка, красное дерево, гриф с валютой. Валюта — это такое утолщение вот здесь делается, да, чтобы голова не ломалась, как у лесполов. Красное дерево, гриф. Красное дерево, махагония, корпус. Здесь, по-моему, склейка, да, два куска. И кленовый топ. Индийский палисандр, накладка. Ну и перламутровая вот отделка. А также накладка мы видим на голове грифа. Это красиво всегда. Да, то есть, видите, вот сверху шпон какой-то. Экзотического породы дерева. В общем, 22 лада. Датчики стоят Fokin Hot Breeze, хороший комплект. Я весной, ну я давно знаю датчики для Fokin, естественно, и много раз пользовал. Просто у меня ученик есть, который любит эти звукосниматели, и несколько гитар у него они стояли. Мне они понравились, я весной заказал себе на одну гитару или этот комплект. Вот. И, соответственно, когда вот ученик мой и заказчик инструмента спросил, какие датчики ставить, я говорю, поставь это Hot Breeze, ну беспроводной вариант, они чуть помощнее, чем пафы. Такие более чуть мощные, артикулируемые, то есть хорошо звучат на чистом звуке, на перегрузе, в общем, хороший универсальный сет. Только они, естественно, у меня они там без крышек, здесь они под цвет фурнитуры с золотыми крышками. Красивые вот рамки SD Guitars, Custom Guitars сделали, кастомовые такие, деревянные, видите, это, ну, непокупные. Hardtail PRS-овский родной, ну, громкость, тон. Отсечек нету, трехпозиционный переключатель. Так вот красиво сделано, конечно. Еще здесь покажу. Да, что еще здесь? Колки Gota. Фурнитура вся, ну, Gota, ну, фурнитура какая имеется в виду, что вот эти. То есть какие-то вот, вот это все фирмы Gota, золотая фурнитура, только PRS-овский бридж. Гитара, конечно, очень комфортная, она весит 3,2 килограмма, вот, и при этом, ну, очень такая прям для комфортной, быстрой игры, игры ежедневной, потому что и гриф удобный, и там, по-моему, 12, наверное, радиус. Ну, в общем, струны близко, все удобно, гитара не тяжелая, красивая, так что изумительно, то есть в том плане, что вот красота и удобство сошлись вместе, а звук это уже, ну, каждому свое, да, кто-то слышит одно, кто-то другое, кто-то слышит все и заснуть не может, переживает. Ну, давайте поиграю для вас. Так, играть буду, я всегда говорю, но скажу еще раз, мне не лень.
Значит, здесь педалборд, разные перегрузы, эффекты. Сигнал потом приходит в ламповую голову Юрасов Hammerhead. Там чистый канал. Это а-ля GSM-800 и усилитель. Из него идет наверху, вот там видно, стоит УАДовский OXBOX. Это аттенюатор, лоудбокс. И там же импульсы кабинетов, микрофонов, какие-то эффекты там, допустим. Я беру, вот у меня есть здесь внизу аналоговый дилей, а там, допустим, я беру на стерео дилей, ревербератор. Вот, очень хорошая вещь. И звуковую карту в компьютер. Ну и начну с чистого звука. Я поиграл, видите, в разных режимах, и что-то такое лиричное, протяжное, аккордовое, и отрывистое, фанковое. То есть отсечек на гитаре нету, но вот эти три положения, как видите, очень хорошо, может гитара звучать достаточно мягко, и там густо, так широко, и при этом вот на, когда отрывистое играется, такой фанк или еще что-то, аккомпанемент, то есть тоже быстрый такой ответ у гитары, четкий звук собранный, так что здесь у меня никаких компрессоров нету, ничего, так что... Очень хороший. Так, ну теперь какой-нибудь эффект повешу покрасивее. Thank you.
Ну, друзья, поиграл в разных режимах, да, сначала чистый звук помягче, драйв там с эффектами, сейчас дисторшн посильнее включил. Ну, достаточно универсальный инструмент, мне кажется, очень хорошо отзывчивый на любом тембре, удобный, приятный, красивый. То, что такое, видите, сегодня для вас экземпляр. То еще хотел сказать, что у меня, в принципе, есть, вот, да, вот мой, тоже вот, SD Custom Guitars, тоже сделан под Пол Ритсмит. Вот. Сейчас я небольшие сэмплы какие-то сравнительные сделаю. Вот. Но гитары совершенно разные. Во-первых, как я уже сказал, здесь 32 дека толщиной миллиметр, а у меня 42. То есть, видите, то есть у меня все-таки ближе к этому, как он, или Маккарти, или синглкат, какие у них модели, более толстые. То есть на целый сантиметр дека толще. Вот. Так-то и так, и там, и здесь, в общем, красное дерево. Тоже индийский палисандр, по-моему, везде-везде. Да, у меня чуть потемнее, что ли? Да, у меня чуть потемнее он палисандр, ну, это, наверное, не принципиально. Та гитара очень похожа, тоже 22 лада. Вот. Ну, соответственно, это вот на сантиметр толще корпус. Еще что важно, здесь датчики. То есть, если вот Фокин, Hot Breeze все-таки такие более, ну, не пафы, да, так скажем, более... Не сказать, что это и не хайгейн, конечно, ну, классические хардроковые датчики. То здесь у меня стоят, не помню, как фирма называется, какие-то бутиковые американские датчики, достаточно слабые, такие, как винтажные пафы. Вот. И поэтому, конечно, выхлоп все равно здесь меньше. Вот. Ну, просто интересно все равно послушать, как вот. Потому что так-то вот абсолютно разные датчики, и тут корпус толщины другой. Ну, по идее, должно быть, да, вот, это как-то звучать поглубже, помягче. Вот. Ну, сейчас послушаем. Ну и сейчас после сравнительно небольшого обзора по традиции поэмпиризирую для вас. А, что еще хотел сказать, вес гитары, да, то есть это 3,2 килограмма, а это 3,5. Соответственно, чуть потолще и от этого и вес. И взвешиваю я, надо спрашивать, как я взвешиваю гитару. А вот такой китайский, без мин, за колок я подвешиваю. Еще ни один колок не пострадал. Даже когда гипсон был 5-килограммовый, я думаю, ну вдруг оторвется колок. Не оторвался. Так что тут, короче, 3,2, а то 3,5 килограмм. Ну, все, друзья, спасибо за просмотр. Что еще хочу сказать? Да, пишите комментарии, давайте обсудим эти инструменты. То, что я вначале говорил про свой блог на Boosty, ссылка тоже внизу в описании. Переходите. Будьте здоровы, всем до новых встреч, всем пока.